Сегодня в Таразе прошел областной конкурс «Уздык Улан-Басы» лидеров городских, районных, детско-юношеских организаций «Жас-Улан», «Уздык-Улан-2019». Этот конкурс уже не первый год определяет лучшего Улан-Басы школьного органа самоуправления. Цель проведения данного мероприятия – пропаганда деятельности детско-юношеской организации «Жас-Улан», выявление подростков с лидерскими качествами и содействие и развитию их потенциала. Всего на конкурс собрались учащиеся из 10 районов Жамбылской области. Это победители районных, областных олимпиад, активисты и отличники учебы. Этот конкурс стал уже традиционным, и в год поддержки молодежи наши ребята представили сегодня свои умения и свои возможности, продемонстрировав свои лучшие лидерские качества. Желаем им успехов и в дальнейшем. Перед мероприятием прошла концертная программа. Конкурс проходил в 4 этапа, куда входило и представление себя в творческой форме, визитка, мои достижения, творческий номер, видеоролик «Один день из жизни». Каждый из участников пытался проявить себя креативно. У нас танец, как знаете, танец с каменного века. У нас будут девочки танцевать, и они будут танцевать на подмузыку к саков. Они как народ саков, они будут танцевать. У нас, я думаю, это наша земля. Участники, занявшие второе и третье место, были награждены дипломами и похвальными листами. Победителю уже достался главный приз – Кубок Уздык Улан-Басы 2019. Элеонора Бухонова, Азат Байтимир, 77 News.